Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это обзор на игрушку под названием Starship Simulator, который в скором времени должен выйти в Steam. Эта игрушка будет интересна любителям космических игр, также которые есть у нас на канале. Собственно, поехали. Starship Simulator. Это космическая песочница от разработчика Fleetyard Studios, в которой вы выступаете в роли члена экипажа на борту первого экспериментального корабля человечества для исследования дальнего космоса. Вашему кораблю поручено исследовать галактику за пределами Солнца, чтобы найти обитаемые миры с постоянным приказом проводить научные исследования и установить успешный первый контакт с любым инопланетным видом, которым вы столкнетесь в своем путешествии. Однако, вскоре вы обнаружите, что галактика — это огромное и загадочное место, где во тьме скрываются неожиданные опасности. Жанр игры — приключения, космос, ролевые игры, симулятор. Во время исследования космоса вашему кораблю потребуется топливо и техническое обслуживание, а более 200 членов экипажа потребуется еда и медицинское обслуживание. И игрокам, и экипажу NPC необходимо будет выполнять ролевые задачи, чтобы обеспечить успешное управление текущими потребностями корабля и его экипажа. В игре будет мультиплеер для нескольких игроков, а также одиночный режим прохождения. У нас появится возможность отправлять зонды на поверхность инопланетных миров, чтобы найти всевозможные интересные образцы от простой флоры до реликвий давно умерших цивилизаций. Вы можете найти новый источник пищи, новый минерал для улучшения обшивки корпуса или, возможно, даже какую-нибудь заброшенную инопланетную технологию. Также, самое крутое в игре, мы сможем устанавливать первый контакт со всевозможными процедурно сгенерированными инопланетными расами и договариваться о мирных отношениях, внимательно проводя диалоги с несколькими вариантами ответов. Некоторые будут приветствовать ваше присутствие в их системе, в то время как другим понадобится или потребуется квалифицированная дипломатия, чтобы избежать конфликта. Если ваш корабль и команда будут работать превосходно, вы вернетесь домой на Землю, где вас встретят героем. Но если вы пренебрегаете своими обязанностями или разозлите инопланетян, вы можете вообще не вернуться домой. Кстати, если я не ошибаюсь, игрушка находится в разработке уже 2 года. Но прямо сейчас, на момент обзора данного выхода ролика, в Steam доступна бесплатная демо-версия. Ровно 6 дней. В игре представлен звездолет класса Магеллан. В игре был спроектирован и построен с нуля, с использованием тех же инструментов и методов, что и настоящие военно-морские корабли. От голого структурного каркаса до буквально километров кабелей и трубопроводов, каждая часть корабля полностью смоделирована и спроектирована так, чтобы быть научно правдоподобной. Ничто не является простой поверхностной деталью. Каждая кнопка делает что-то, и каждая часть оборудования служит реальной целью. Кстати, игрушка построена на движке Unreal Engine 5. Каждая система на корабле управляется смоделированным оборудованием, и эти системы связаны между собой сложной сетью труб, кабелей и трубопроводов, которые также существуют в режиме реального времени. Как инженер, вы можете проследить за каждым кабелем от источника до пункта назначения, пока он проходит через различные аппаратные средства на своем пути. В игре высокий архитектурный дизайн корабля, полностью исследуемый. Игроки могут свободно исследовать все 7 палуб корабля пешком без каких-либо барьеров или загрузочных экранов, путешествуя между звездами с огромной скоростью. На борту корабля всегда есть чем заняться в ожидании прибытия в пункт назначения. Разработчик заявил: «Наше внимание к науке и реалистичному моделированию также распространяется на саму галактику. При этом вся галактика Млечный Путь моделируется с использованием астрофизики реального мира, включая область галактического гала. Объем доступного для исследования пространства составляет более 2 квадриллионов кубических световых лет».
Процедурная генерация в игре, процедурные алгоритмы, основанные на астрофизике, создают правдоподобные и научно правдоподобные звездные системы. Например, если вы хотите найти миры, похожие на Землю, вам нужно будет найти обитаемую зону звезды, где может существовать жидкая вода. Это рассчитывается на основе расстояния планеты от звезды хозяина, альбедо связи, а также состава атмосферы. Когда вы найдете планету, способную поддерживать жизнь, ваше сканирование покажет природу этой жизни и то, насколько она развита. Это может быть что угодно, от простых бактерий до древних инопланетных цивилизаций, которые на миллионы лет старше нас. Как они отреагируют на ваше присутствие и попытаетесь ли вы связаться с ними? Захватывающая красота игры. Внесены новейшие технологии рендеринга в Unreal Engine 5, как я говорил выше, чтобы сделать нашу галактику максимально визуально потрясающей, от самих звезд до всевозможных звездных явлений, виды из окна всегда должны захватывать дух. Игроки могут выбрать одну из множества различных ролей на корабле, каждая из которых представляет собой уникальные и интересные игровые задачи. Давайте пройдемся по ролям. Итак, капитан. Рожденный командовать. Как капитан вы будете принимать важные решения, например, какие звездные системы следует исследовать на кораблю, следует ли вступать в контакт с инопланетянами, стоит ли стоять на своем или отступить во враждебной войне. Ситуация. То, насколько хорошо вы справляетесь с ситуациями первого контакта, очень сильно повлияет на ход вашей миссии. Пилот. Взяв штурвал в качестве пилота корабля, вы будете нести ответственность за безопасное перемещение корабля в космосе. Вы также будете управлять шаттлами и другими вспомогательными кораблями в соответствии с текущими задачами миссии. Научный сотрудник. Работая на мостике и в научных лабораториях в качестве ученого, вы будете нести ответственность за сканирование звездных объектов и анализ любых собранных данных. Вы также будете проводить тесты на образцах и артефактах, добытых кораблем во время его путешествий. Тактический офицер. Работая на мостике и вокруг корабля, в качестве тактического офицера вы будете нести ответственность за защиту корабля и его экипажа. Вы будете управлять тактической станцией на мостике во время боя и служить в качестве охранника в любых выездных миссиях. Инженер. Работая в инженерии и на корабле, как инженер вы будете нести ответственность за обслуживание и ремонт многих систем корабля. Поддержание всего в идеальном состоянии гарантирует, что корабль всегда готов к любым новым вызовам, но пренебрежение вашими ежедневными обязанностями по техническому обслуживанию может привести к отказу критически важных систем. Врач. Работая в медицинском учреждении, доктор отвечает за физическое благополучие всего экипажа. Вы будете иметь дело совсем от простых порезов и синяков до странных инопланетных патогенов, которые могут заразить весь экипаж. Пассажир. В качестве гостя на борту корабля у вас не будет никаких обязанностей, что позволит вам просто расслабиться и исследовать корабль в свое удовольствие. Да, собственно, игра построена на кооперативе, на мультиплеере. Системные требования небольшие. Все я оставлю в описании, также на Discord разработчика, его YouTube-канал и игру в Steam. Для меня, по крайней мере, честно скажу, я давно играл игрушку, подобную этому, что я недавно наткнулся в Steam, и я очень надеюсь, что разработка не тормознется, и все, что я вам только что рассказал в ролике, и то, что написано в Steam, это обязательно будет реализовано. И я надеюсь, что эта игра будет одной из самых выживачей про космическую тематику. Подписывайся на канал и ставь пальчик вверх. До новых встреч. Будем следить за развитием данной игры. Пока.